Я знаю, мені підказали це, що це буде прем'єра, таке дебютне читання у рамках «Зеленої хвилі». І велика честь для мене запросити на сцену народного артиста України, диригента Одеського філармонічного оркестру, шановного пана Хуберта Ерла. Давайте привітаємо його. Я уже волнуюсь. Дело в том, что наши дирижерские бумажки, они же намного проще. Ну, вы знаете, скрипки справа, виолончели слева. А вот тут такие бумажки. Прости, Михаил Михайлович. Семейное счастье. Он немец, она русская. Общаются по-английски. На нем оба говорят плохо, поэтому не ругаются никогда. Каждый долго думает перед тем, как высказаться. Еще одно титул я не знаю, но как я умирал на одном концерте. Я на сцене. В первом ряду пара, он и она. Я начинаю говорить, они начинают говорить. Я замолкаю, они замолкают. Я им шиплю: замолчите. Они после этого говорят. Я чуть не заплакал, испортил все произведения, клял все на свете, ушел со сцены. Спросил: ну кто это? Мне сказали: это иностранец с переводчицей. И вот тут Бог любит Троицы. Современный американский роман благодаря переводу так переполнен русским матом, зоной и блатным жаргоном, что непостижимо, почему мы не понимаем друг друга столько десятков лет. Величезна подяка до пана Ховарда Ерла за таке читання.